Рабочая неделя в зале администрации района началась очередного совещания. На совещании присутствовали первый заместитель главы района Руслан Емыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы поселений, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений, руководители федеральных структур, работники администрации района. Вел совещание глава района Заур Хамирзов. Все вопросы повестки дня были рассмотрены и приняты соответствующие решения.